Всем добрый день, меня зовут Роман, канал Red Decoration. Ребята, сегодня у нас лестничный марш, два этажа и очень классный материал, который называется шифон. Из этого материала я сделал кучу классных, красивых образцов. И действительно, когда-то я искал такой похожий материал какой-то. Ну вот нашли его, да, очень он мне понравился. Сегодня работаю этим материалом первый раз на объекте. Столкнулся с трудностями, с такими, с которыми даже я звонил к производителям и у них советовался. Дело в том, что материал немножечко, как сказать, крупноватый. И при нанесении первого слоя может быть идти вот такая вот небольшая лассировочка. Как сказать, материал бархатистый, поэтому при нанесении, когда у вас подсыхает первый слой и накладывается второй, то есть вы делаете стену, большую стену, там немножечко идет больше уплотнения, и эту лассировочку видно. Поэтому я решил более подробно, потому что будете работать когда-то поздно или рано таким материалом, этим именно, и вы столкнетесь с такой же проблемой. Поэтому я решил показать, как наносится первый слой, как я нашел выход. То есть даже не по диагонали, не ровными соединениями, а уже могу его сейчас оставить, если раньше спешил, чтобы побыстрее сделать стену, чтобы получился какой-то рисуночек такой вот, как здесь, то сейчас я спокойно работаю. Погнали, посмотрим, что я делаю. Значит, специально для вас нанес небольшой участочек стены. И смотрите, как я оставляю. И вот здесь, когда я буду наносить материал, у меня будет происходить уплотнение. Поэтому я сейчас сделаю вот такой вот небольшой участочек, чтобы вы поняли, что я делаю. Вот смотрите, при нанесении материал попадает друг на друга. Смотрите. И там, где материал попадает друг на дружку, получаются более темные пятна. Вот их все хорошо видно. Вот они все. Я думаю, камера вам передаст. Поэтому вот здесь, когда я соединяю по-свежему, такой проблемы у меня нету. Ну и естественно, если я дойду сюда, вот сейчас давайте я нанесу этот участочек быстренько. Сам материал, что хочется еще сказать, тоже имеет свойство перелива, как любые шелки. Поэтому разглаживаем его после нанесения в разные стороны. Но когда я буду делать уже вот этот вот участочек и вернусь сюда, у меня будет опять происходить такая же лассировка. Поэтому вот этот край я стараюсь оставлять, как бы рисую узор. То есть я выхожу из того, что у меня будет лассировка, и я не оставляю ровный край, а создаю какой-то вот такой вот рисунок. Сейчас здесь соединю. И вот такой уже, вот уже край такой неровный, можно оставлять. Здесь материальчик разглажу. Сам материал, еще раз говорю, имеет бархатистую структуру, поэтому его развожу в разные стороны. А на краях, где будет происходить лассировочка, я стараюсь создать рисунок. Давайте покажу вот на той стене, что должно получиться. Смотрите, передавал как мог какой-то рисунок камня, я не знаю, мрамора, то есть оставлял везде по-разному. Даже были такие моменты, что я специально что-нибудь пропускал. Чтобы еще раз было понятно, что я делаю, ребята, давайте подождем 5 минут, чтобы вот тот край подсох. И я еще раз нанесу, и мы увидим рисуночек, который должен у вас получаться. Но пока у нас есть 5 минут, давайте посмотрим, в каком красивом месте мы сегодня с Володей работаем. Смотрите, какая красота. Тепло, горы, опять же электрические станции, вот эти вот ветряки или как их. Когда мы пьем кофе, у нас реально отдыхает немножечко и глаз, и нервы, потому что стройка, все не так просто. Давайте тогда еще минутки две я подожду, чтобы материал подсох, и нанесу на соединении, чтобы вы поняли, что я хочу сказать в этом видео о нанесении первого слоя. В принципе, видео будет подробное о нанесении. Да, единственное, что я не сказал, перед нанесением –
Здесь у нас стены были прогрунтованы грунтовкой глубокого проникновения, и потом пошла грунтовочка, микрофон. Материал, сам шифон, очень толстый. Ну как толстый, он шелковый материал, но он гораздо крупнее тех шелков, которые есть у других производителей. Из него можно сделать определенную структуру типа мармарина. И он хорошо перекрывает грунтовку. Здесь грунтовочка у нас почти не колерована, немножечко был добавлен цвет, но она почти не изменилась, так белая и осталась. И все-таки я бы рекомендовал грунтовку колеровать в тот цвет, который вы будете наносить как материал шифон. Давайте еще подождем и наносим соединение, чтобы мы могли увидеть. Итак, прошло какое-то определенное время для того, чтобы вы могли видеть, что получается у нас здесь на соединении. И опять же, материал положил и погнал на сдир. Не забываю новый край также оставлять какими-то разными такими маракешками и так далее. Разгладил разные стороны. Я сейчас только пройду, соединю, чтобы вы видели, какой рисуночек получается. Еще буквально вот здесь вот пару движений и все. И не оставляю такой ровный край. Сейчас его чуть-чуть приукрашу. Буквально капельку материальчика. Чтобы сделать вот такой вот какой-то край. И вот смотрите, ребята, какой получился рисунок. То есть уже неровный след от кельмы. Получается что-то такое довольно интересное. Чем мельче, тем интересней. Значит, ребята, по первому слою, что хотел вам показал и рассказал. Здесь стоит отметить, если у вас идет лассировка, даже прямыми линиями при нанесении этого материала, нету ничего страшного. Потому как на этом материале наносится второй слой, который занимает площадь от общей поверхности 60-80%. Поэтому весь этот рисунок, в принципе, перекроется. Но для того, чтобы заказчик, когда придет, не сказал им, почему такие полосы и что, я делаю именно так. Хотя, говорю, ничего страшного нету. Значит, я заканчиваю наносить первый слой, и затем уже буду останавливаться при нанесении второго слоя, и мы будем видеть, что у нас получается, какая красота. Что еще хочется мне сказать? Здесь этот материал работает немножечко по-другому, чем другие. Здесь у нас немножечко получаются другие оттенки. У нас получится, в принципе, углубления будут светлее, типа они покрыты каким-то серебром. Ну, все это мы дело посмотрим. Я пока работаю, а при нанесении второго слоя дальше продолжаю снимать видео. Ну, а чтобы время между нанесением первого и второго слоя как-то разукрасить, сниму вам небольшой сюжетик. Здесь у нас кухня-студия, и здесь работает Володя. И опять же, у нас интересный материал ветра. Смотрите, как его здесь нанесли такими оригинальными интересными мазочками. Здесь у нас большая кухня. Володя, где уже сделал, снимает малярную ленту. Получается такой аккуратненький край. Посмотрите, здесь пол мы не застилали ни клеенкой, ни бумагой, ничем. Мы просто каждый раз после грунтовки, после нанесения материала ветра его моем. И пол у нас всегда остается чистый. По клеенке мне ходить неудобно, никогда я не пользуюсь. А картона у нас как такового не было. Поэтому мы просто за собой убираем. Еще раз показываю, смотрите, как ветра интересно играет на солнышке. Следующее, что я хочу предложить заказчикам, мы в принципе на это не договаривались. У нас есть вот такой вот материал оксамит, потому как вот этот вот участочек, вот этот вот, да, и заказчики хотели просто покрасить. А здесь у нас нанесено до угла ветра вот здесь вот, и также нанесен материал ветра вот здесь вот. И я так подумал, реально, ну краска краской, потому что ветра заказчикам очень понравилось. Ну вот есть велюр, а я сказал оксамит, нет, велюр, вот посмотрите, какое будет прекрасное сочетание. Здесь ветра и здесь материал велюр.
А ну, Вовик, подержи. Немножко отойду показать, потому как саму мне неудобно снимать. Но реально, смотрите, ребята, будет смотреться очень здорово сочетание двух материалов. Хотя это, конечно, разные производители, но вот как-то получилось именно на этом объекте, когда можно образец приложить к стене и можно увидеть, что получается. Значит, здесь я показал, останавливаться здесь не буду, иду работать и буду вам показывать нанесение второго слоя материала шифон. Шикарный материал. Так, ребята, мы идем сейчас второй слой, торцуем. Вы видите, мы работаем вдвоем, происходит все очень быстро. Ну, и покажи крупным планом ближе. Смотрите, вот так вот наношу на кельмочку. Немножко. И вот так вот торцую. Первое движение, поближе покажу. Первое движение очень нежное, чтобы не получились большие пятна. И вращаю кельмой. И получается приблизительно такой рисуночек. А ну еще раз, смотри. Видите, немножечко накладываю материал. Здесь что можно отметить? Можно торцевать морской губкой. Можно торцевать кельма об кельму. Тогда пятна будут получаться на стене еще мельче. Но это очень долго. Вот этот способ для меня более приемлем. Видите? Легонько нажал первые слои. И кельмой вращаю, создаю вот такой вот рисуночек. Вот, хорошо, все видно, какой рисунок у нас получается. Вот такие небольшие капельки. Где-то не больше, где-то меньше, конечно. Что хочется сказать, ребята. Материал очень пластичный. То, что он мне сильно понравился, я уже говорил. И очень большое время высыхания. Поэтому наторцовываем целую стену. И уже потом будем его приглаживать. Но в связи с тем, что у нас здесь рештовка, видите, это на второй этаж, и потом лестничный марш пошел туда вниз, то мы наторцуем до рештовочки, пригладим, загладим, и потом уже пойдем дальше. То есть, если вы посередине стены остановились и будете уже пригладили, полностью сделали, и, например, будете продолжать на следующий день, такого соединения видно не будет. Значит, мы что? Мы с Володей торцуем дальше. И уже остановлюсь на приглаживании и заглаживании материала. Итак, ребята, стену мы заторцевали. Сколько, Володя, пошло? Минут 15 нам, наверное, может 10. Это со съемкой видео вместе. Сейчас реально мы идем просто наперекор. Нам надо подождать, приглаживать. Если сейчас начать приглаживать этот материал, то мы просто полностью укроем стену. Нам надо, чтобы у нас получилось так, как вот на этой стене. Эту стену мы делали вчера. Здесь уже все сделано. У нас должны получиться вот такие вот пятнышки. Такие интересненькие. Поэтому, чтобы это получилось, мы ждем подсыхания материала до тех пор, когда я вот пальцем к верхушечке или прикасаюсь, и на пальце не должен оставаться мокрый след. Если остается, то такой, чтобы вы чувствовали, что материал сухой. Поэтому мы сейчас буквально будем ждать, может, минут еще 10 или 15. Ну, посмотрим по времени. Прошло, ребята, определенное время. Материал уже так не берется. Где-то берется, где-то не берется. Но пора мне уже приглаживать оттуда сверху. Удобно мне приглаживать шпателюком 20-кой, можно венецианской кельмой. Ну, венецианской кельмой вы получается как бы жестко. Мне лично неудобно, но можно приглаживать любым шпателюком. И здесь разносторонними движениями в разные стороны. Так, очки. Единственное, обращаю, ребята, внимание, когда пригладили, на шпателе остался материал. Если начинаете пригладывать в следующий раз, может остаться от этого материала полосочка. Поэтому материальчик обязательно снимаем. Показываю его покрупнее. И вот в разные стороны. И у вас должен получаться вот такой вот рисунок. И вы регулируете нажатие. Если мало разладили, прижали шпатель сильнее.
должны получаться такие однородные пятнышки. Так, излишки материала можно, видите, вот остается на шпателе. Можно снять ведро, его еще можно будет использовать. Все, я погнал снимать с угла. Здесь мы начинали работать, и уже материал как раз именно тот момент, когда его надо приглаживать. Ну и не забываем, что стараемся хорошо заполнять внутренний угол и возле багета, поэтому вот я тут приглажу, сейчас Вовик покажет поближе. Вот, сейчас тут как раз момент приглаживать хороший. Видите, здесь пустота остается. Поэтому я беру материала немножечко на шпателек и вот эту пустоту, где мы не заторцевали, не полностью, а так вот участочками заполняю. То же самое делаю на наружном углу и на внутреннем. Так. Материальчика мне не хватает заполнить, поэтому я немножечко еще доберу на кельму, чтобы я мог хорошо заполнить угол, чтобы это было более-менее красиво. Также, если вы вдруг, вот смотрите, вот здесь вот у меня получилась такая небольшая пустота, как бы мало нанесено материала, видите, вот это пятно. Тоже взял немножечко капельку и добавил рисуночек, то есть чтобы было более-менее равномерно все распределено на стене. И также вот внутренний уголок заполняю. Не весь, я его полностью не заполняю, просто делаю так, чтобы рисунок был и возле угла. Ну, в принципе, ребята, я думаю, по приглаживанию понятно. Мы себе приглаживаем, и потом еще мы будем весь этот материал приполировывать. Также будем ждать определенное время, в районе полчаса. И уже я остановлюсь, когда будем материал приполировывать, создавать перелив. Здесь же есть бархатные частички на этом материале. И при приглаживании, когда вы разводите эти частички в разные стороны, у вас будет создаваться перелив. Итак, ребята, у нас прошло, наверное, после того, как я загладил стену, ну, минут 10. У нас, как всегда, перекур. И после этого даже кофе пойдем пить. Сейчас мы приглаживаем материал, уплотняем. То есть, когда я шпателем приглаживал, где-то такие были прыжочки от шпателя, типа ребра, где-то нехорошо разгладил, где-то материал так торчит. И сейчас именно Володя его уже приглаживает, создает рисунок и уплотняет. Значит, смотрите, Володь, шпатель покажи. Обычный пластиковый шпатель, губка. И шпатель не должен быть у вас мокрый, он должен быть влажный, то есть не намочить. И восьмерочками просто уплотняете материальчик. Можно, конечно, разводить шпателем в одну сторону, в другую, третью. Дело в том, что в самом материале присутствуют бархатные частички, которые создают перелив. И обычно, как на любом шелковом покрытии, восьмерочкой у нас создается рисунок на верхушках. Все происходит быстро и легко. Где больше слой, возможно, будет придется вам возвращаться и уплотнять еще раз. Я попробую на этой уже на высохшей стене показать, где какой есть перелив. Если здесь что-то блестит, здесь темное, если вернуться на эту сторону, вот сюда иду, видите, и отражение у нас все как-то меняется. Вот хорошо сейчас видно на этой стене, где какой переливчик появляется. Ну и все зависит, конечно, от вашей руки, как вы и что делаете. Получаются у нас такие вот красивые стены. Значит что, Володя уплотняет, а я лезу вот туда вот вниз. Я попробую вам показать. Видите, да? Там еще нам необходимо сделать, отторцевать и нанести рисуночек под самой рештовкой. Поэтому вдвоем работать очень легко. Значит, Володя уплотняет, заканчивает здесь, снимает малярную ленту сверху, потому как мы будем разбирать рештовку. А я лезу вниз и потихоньку работаю.
Все, что по материалу я вам рассказал и показал, мы работаем, и в конце покажу вам только внешний вид всего этого лестничного марша. Что, ребята, работу мы свою закончили. Давайте посмотрим, какой у нас получился лестничный марш. Подъем, Володя. Уже даже здесь, проходя по лестничным маршам, мы уже видим наш интересный, красивый перелив на покрытии шифон. Что, ребята, можно сказать? Покрытие довольно-таки интересное и обладает своим специфическим таким эффектом. Сейчас я реально уже не могу так подойти, но я достану. Хочется отметить, что данное покрытие, знаете, когда мы обычно торцуем каким-то материалом, у нас всегда верхушечки получаются светлее. В данном случае у нас из-за толщины материала, у нас верхушки на покрытии получаются темнее, и получился такой очень интересный, красивый эффект. У нас получается как бы в углублениях, как будто есть какое-то серебро. Смотрите, какой интересный перелив, если посмотреть вот так вот на свет. В принципе, сам материал и то, как у нас получился лестничный марш, нравится и мне, нравится и Володе, нравится и заказчикам. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам большое за просмотр. Ссылку на материал я оставлю в описании. Всем вам удачи и добра!